Вітаю, шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні в гостях у студії письменник, бізнесмен Гарік Крагоцький. З ним спілкується Тетяна Цвілай. Ми, як завжди, знайомимо вас з цікавими людьми. И, как по мне, сегодня особенная программа. У нас в гостях Гарик Карагоцкий. Здравствуйте, Гарик. Расскажите нам, вот мы знаем, что вы приехали к нам в Харьков презентовать книгу. Расскажите нам, что это за книга? Это первое ваше произведение? Это первая книга. Она не просто первая, она пока единственная. Это воспоминания, я бы не назвал ее автобиографичной. Есть какая-то любимая глава или любимые... момент в книге или любимая история, какая-то важная, самая важная? Есть более любимые главы, есть менее любимые главы. Есть главы, которые я писал в начале, они мне меньше нравятся, потому что еще не расписался. И есть, которые в конце. Они расставлены не в хронологическом порядке. По поводу начала. В самом начале книги вы говорите «спасибо». Да. Это такой пролог или это то, что вот накипело. Вообще эта книга задумана как память о родителях, и чтобы имя моих родителей, хорошие люди, трепали языком как можно чаще. Чтобы они их вспоминали, чтобы они их по возможности иногда цитировали, приводили в пример. И мне кажется, в какой-то мере я этого достиг. Скажите, а много таких, знаете, как говорят, бантики, приукрашения каких-то воспоминаний? Конечно, много. Если вначале это было 100% правда, то к концу книги я, наверное, довел процент правды где-то до 70, а во втором томе он будет пониже уже. То есть это первая книга из серии? Это не серия, это скорее я бы назвал книгу в двух частях, вышла первая часть. Откуда такое название? Как потратить миллион, которого нет? Мне это название подарила красивая девушка, она его придумала, и мне оно очень понравилось. Оно, во-первых, продающее, то есть оно продает, а второе, оно полностью соответствует духу книги. Скажите, вы представляете себе своего читателя? Думал, что да, оказалось, что нет. Оказалось, что меня много читают дети 12-15 лет. Я был несказанно удивлен этому, потому что я считал, что это книга на условно 40+. Угу. Оказывается, 12-15 легко. Читает и 20+, но 20+ вообще читает меньше, чем 12-15, как выяснилось. Угу. Ну, другие интересы появляются. Ну, видимо, да. Получили обратную связь о книге? Много получал, да. И ваши ожидания оправдались? Да, даже с лихвой, но я всегда помню, что, знаете, это как история с дельфинами. Всем же известно, что дельфины утопающих толкают к берегу, да? Но рассказывают об этом именно те утопающие, которых они толкали к берегу. А те, которых они толкали в море, нам ничего не рассказывают. То есть отзывы все хорошие. Я надеюсь, что плохих, которые до меня не дошли, не очень много. Кто был первым читателем вашей книги? Близкие люди. Это первая печатная книга или это, в принципе, первый опыт писательства? Это вообще первый опыт писательства. Ой, как интересно. А от чего вы писать начали? Дело в том, что я эти рассказы любил преподносить в компании. И мне много раз говорили, запиши, пока, наконец, на меня серьезно не взялись мои любимые люди и не сказали, что вот садись и пиши. Первый опыт был печальный. В 20 страниц уместил оба тома. Ага. Это было очень информативно, можно было сдавать по мне экзамен, но это было не красиво, не смешно. Потом был момент, когда я заменял слова более длинными синонимами. Например, вместо красиво я везде писал великолепно, это больше букв. Мне нужно было насобирать на 100 тысяч знаков, а я бухгалтер в душе вообще. Я все время считаю, сколько знаков. Я таким образом заменял, а потом пришлось все это переписывать заново. Скажите, а может такой момент наступить, когда вот вы скажете себе, я больше не буду писать? Ну, откуда я знаю? Ну, наверное.
Но пока это самое вкусное занятие в жизни на сегодняшний день. А что есть еще вкусного? Что еще доставляет удовольствие, кроме писательства? Меня же может моя жена смотреть, да? Значит, семья. Хорошо, может и не смотреть. Путешествую. В клубы хожу, на танцы хожу. О, как. Да. А куда любите путешествовать? И собираете ли там свои истории? Собираю, много историй собираю в Израиле. Там очень смешно. Половина второго тома будет израильская часть. И сегодня на встрече с читателями я пару рассказов зачитаю из израильской части. Да, за границей много пишу. Там глаз цепляется за любые мелочи. Вот вы сказали за границей, а скажите, есть у вас, вы себя относите к какому-то государству или там месту жительства? Каким образом? Государство, как государство, это власть. Ну да, в стране. Власть я не люблю. Ни одну. Потому что власть для меня это ограничение, это контроль, а я не люблю. Я чувствую себя дома в Киеве. И я чувствую себя дома в Израиле. В Киеве больше, в Израиле меньше. Я в Харькове третий раз в жизни, у меня нет ощущения, что я в гостях. В Одессе у меня не было ощущения, что я в гостях. То есть тоже по-домашнему? Я дома, да. Какой Харьков для вас? Очень спокойный и умиротворенный, как для меня. Вот то, что я проехал по городу, то, что я вижу из окна машины, те люди, с которыми я столкнулся, все спокойны. То есть они не взвинчены, как в Киеве. Они не несут негатив, как может быть еще где-то, не знаю. Все мне очень нравится в Харькове. Всегда интересно узнать об авторе не то, что он пишет, а то, какой он вот за книгами, за своими произведениями. Сейчас основной источник информации — это интернет, где о вас пишут, что вы очень эпатажный, что вы любым своим действием пытаетесь публику расшевелить, даже если это для вас не характерно. Вы себя считаете эпатажным человеком? Давайте по-другому попробую сформулировать. Основная задача в жизни — это борьба со скукой. Ага. И когда ты себя веселишь, для того, чтобы себя развеселить, нужно что-то сделать. Вот это что-то часто эпатирует общество. Но это проблема общества. Ну и в самом деле. Потому и мне кажется, что люди любят, когда их эпатируют. Людей что обсуждать, есть кого осудить. А вы вот с детства такой? Нет. У меня было три периода в жизни. Один — это где-то лет до 25. Я был такой же, как сейчас. Потом у меня был спокойный период. Классический в жизни — это до 39, и сейчас вот третий период. Будет ли четвертый спокойный, сразу отвечу, нет, не будет. В своей книге вы вспоминаете о детстве с таким, да, впрочем, не только о детстве, с большой долей юмора, которая у меня лично вызвала сомнение, а так ли все было, а так ли... Практически так. Так было или так теперь вспоминается? Так было практически. Просто я мог не видеть комизм этих ситуаций или теплоту этих ситуаций, а сегодня я это вижу. Сегодня, кроме книги, вы еще презентуете календарик. Да. Как он появился? Что это за... Это большинство текстов в календаре. Это мои тексты из Фейсбука за 2 года. Есть тексты, которые не вошли в Фейсбук. Есть... какое-то количество текстов моего друга Саши Меламута. Вот так он и появился. Это уже второй календарь. Первый был на 13-й год. Потом я не успел сделать на 14-й, а сейчас успел сделать на 15-й. Ну, я думаю, вы будете дальше продолжать. Это зависит. Как настроение будет. Вы коллекционируете очки. Расскажите, как родилась эта коллекция? Это еще не коллекция. Ага. Но у меня много очков. Вот как у девочки может быть много маечек. Угу. То, что я ношу. Но при этом я сейчас открываю магазин, он будет открыт в конце января. Самое время, кстати, открывать бизнес.
Но меня это абсолютно не останавливает. И там будут продаваться сумасшедшие очки и сумасшедшие украшения. Я имею в виду не ювелирные камни, а нечто вот невероятное. Ничего классического, ничего того, что можно купить в оптике или в другом магазине. Это фан. Фан начался с поиска дизайнеров. Фан продолжается при закупке. То есть эти вещи, которые находишь, это, я не знаю, как для кого-то грибы собирать, так для меня эти вещи. Деньги, которые вы получите за книгу, вы все отдадите на благотворительность. Расскажите, пожалуйста. Нет. Говорят? Нет? Говорят? Да, это так. Все сборы от книги и от календаря и от следующей книги, все идет в фонд «Жизнелюб». Это фонд «Жизнелюб» опекает три фонда. Это непосредственно фонд «Жизнелюб», это танцующий. Не повернется язык назвать их старички, это просто взрослые дети в гидропарке. У них уже есть все условия для танцев, слава богу. Есть фонд ветераны сцены, там есть и мальчики, и девочки, такие тоже от 70+. И есть фонд, куда берут, вообще там вступительный билет 75 лет, там раньше не берут. Это женщины за выживание, я им предложил переназваться. Говорю, какой-то нет позитива в названии, мне показалось. Что вы, это международный фонд. Вот сейчас была интересная история. Им моя коллега, которая занимается вместе со мной этим фондом и моим пиаром, Саша Титаренко, объявила, что этот год для них необычный. Они могут написать письмо Дедушке Морозу. И Дедушка Мороз, если они не будут слишком наглеть, постарается исполнить их просьбу. По-моему, абсолютный победитель – это... барышня, взрослая барышня 80 лет, которая сказала, что она мечтает всегда и хочет этим летом поехать на белые ночи в Петербург. Вопрос в том, что у нее есть единственное условие, она должна это делать автостопом. Какая прелесть. Я немножко в конце нашей беседы вернусь к теме очков. На самом деле, я не знала, что это просто увлечение, мы думали, что это ваша коллекция. А наш директор коллекционирует ручки. Я на самом деле очков не ношу. Да. Это наш подарок ручки, да, в вашу коллекцию. Спасибо. Очков. Спасибо большое. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в гости. Спасибо, класс. Супер.